Распухший красный гигант Бетельгейзе прекрасно виден на ночном небосводе. Звезда горит повыше пояса Ориона, расположенного в одноименном созвездии. Светило продолжает расти в размерах. Внешняя газовая оболочка Бетельгейзе раздута неравномерно, из-за чего звезду изрядно перекосило. Причина данного феномена скрыта в магнитосфере красного гиганта, которая заставляет звезду пульсировать и сотрясаться. Наиболее вероятным сценарием окончания эволюции звезды является то, что Бетельгейзе в конечном счете подвергнется взрыву сверхновой, типа 2. Хотя возможно, что звезда не взорвется и сбросит оболочки в виде планетарной туманности, оставшись белым карликом редкого кислородно-неонного типа. Но когда же случится взрыв звезды? Никто наверняка не знает. Это может с одинаковой вероятностью случиться и завтра. Например, во время лепки пельменей. Или даже через сотни лет, когда вы надумаете сменить очередной имплант. В случае взрыва Бетельгейзе может увеличить свою яркость по крайней мере в 10 тысяч раз. Сияя с яркостью полумесяца, взрыв будет длиться в течение нескольких месяцев. Звезда будет легко заметна днем и похожа на сияющую точку цвета раскаленного стекла. После взрыва светимость звезды постепенно будет уменьшаться, и в течение нескольких месяцев или даже лет она перестанет быть видимой невооруженным глазом. Правое плечо Ориона на какое-то время исчезнет, а через несколько столетий на его месте появится туманность. Однако, если ось вращения Бетельгейзе направлена на Землю, будут более ощутимые воздействия. На Землю будет направлен поток гамма-лучей и других космических частиц. Будут наблюдаться сильные полярные сияния и, возможно, ощутимое увеличение количества космических частиц, достигших поверхности Земли. В случае такого сценария по отношению к Солнечной системе вспышка также будет во много раз ярче, чем если ось звезды будет направлена в сторону от нас. Взрыв Бетельгейзе осветит половину Млечного Пути, а ближайшие планеты будут накрыты облаком радиации и высокоэнергетических частиц. Однако землянам опасаться нечего. Красный гигант слишком далеко располагается от нашей планеты, на дистанции примерно в 600 световых лет. Критичным для человечества может оказаться взрыв сверхновой в радиусе в 30 световых лет. Если человечеству что-то и угрожает, то эта угроза точно не из космоса. В любом случае, вспышка сверхновой будет грандиозным астрономическим событием, так что приберегите солнечные очки.